Как всегда, в темном углу Ютуба с вами Вспунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Мы находимся в очень злобном месте, где все хотят нас сожрать. При том, то, что на хардкоре это у врагов очень хорошо получается. Здесь хотя бы просто побегать можно. Так. Надо вернуться там. Тем монстрикам. Новых пока не вылезло, и то хорошо. Надеюсь, они здесь что-нибудь ценное охраняют. Ну, трава. Смотри, он похож на того, как будто кто-то встанет. Но я уже один раз лоханулся, так что... Зря патроны тратил. Можно было бочку взорвать. О, еще порох. Да сколько же его тут? Неплохо так место. А где мне бы этот найти? Болтарей, чтобы цепь можно было срубить, не? Это ты откуда вылез такой? Ты откуда? А, из машины вылез. Чувак, давай ты не будешь творить хрень какую-нибудь. А просто ляжешь, полежишь, отдохнешь. И тебе, и мне лучше будет. О, смотри, он мне патрон оставил, спасибо. Так, но я пока ничего не добился. Особо. Мне идти-то больше некуда. Я все, что мог найти, нашел уже. На этом я, как помню, демка кончается. Он здесь стену проламывает. Или не здесь? Ты смотри. Это то, что нужно. Это, мать его, то, что нужно. Чувачки, давайте только без глупости, у меня есть пистолет. Я вооружен и опасен. Ко мне лучше просто так не подходить. Ты UBCS? Да, осторожно, осторожно. Давай, не смотри на меня так, хорошо? Я не инфектирован. Нет, 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 пожалуйста! What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Мне нужно вернуться. Мне нужно вернуться. Так, это хранить, это хранить. Это пока тоже хранить. Я хочу забрать дробовик. Надеюсь, здесь никто не встанет. Никто не это, решетку не сломает мне тут сейчас. А то я знаю, вы же можете. Хотя, мне же по-любому придется возвращаться туда. Ой, я могу в этот магазин зайти. Посмотреть, что у нас тут. Я вижу какую-то машинку интересную, да? А, не, хрен, устан. Вот, значит, сюда можно зайти. К
когда они успели только везти замки понавешали, цепи разные. Откуда у них все это? О! Одна из шкатулок. Не ожидал то, что я ее здесь найду. Замечательно. Это мне по-любому надо было бы сюда идти. Порох высококачественный. Пока оставим. И спрей. Кстати, что мне единственное, что писали про спрей, то есть если ты его найдешь, хватай и беги. Вот это я удачно сюда заглянул, да? Вот это я удачно сюда заглянул. Магазин пончиков. А почему я там не был, что ли? А, нет, я просто здесь не все собрал, поэтому мне так и показывается. И здесь еще что-то, да? Куда я не ходил. А почему я туда не ходил? Вообще, этих зомби, наверное, можно было бы спокойно обходить. Ну ладно, я их уже застрелил. Да и патроны у меня в достатке до сих пор. Вы чего-чего, а этого пока хватает. Даже хилки особо с собой брать не нужно. А, здесь была цепь. Поэтому я сюда не пошел. Нет, отстань! Скотина! Укусил! Вообще с ножа возможно его убить? Пол хп снял, да? Сразу же. Должен сдохнуть, я в него столько раз ножом засадил. Да, все, точно сдох. О, друзья мои, а я здесь, смотрите. Я думаю, я бы сейчас назад пошел, и меня бы этот говнюк укусил сзади. Если бы я настолько дотошно все здесь не проверял. Кто из них станет, а кто нет. О, один из бойцов. Еще одна ручная граната. Спасибо тебе, чувак. Ты точно не встанешь. Здесь даже и патрон для пистолета есть. Еще и в плюсе остался. Здесь хоть никто не встал. Вот он мой красавчик. Я правда не знаю, на кого он может понадобиться сейчас. Целый дробовик. Или вы хотите сказать, что сейчас какая-нибудь хрень должна вылезти жесткая? О, как раз давай опробуем. Вот это я опробовал. Ничего себе, ему голову разнесло. Да, красота. Вы хоть не встаете пока еще. Все, я здесь все обыскал. Больше нигде цепи не было. Все, что я хотел посмотреть, уже нашел, посмотрел. Сколько у меня здесь травы? На самом деле не так уж
Немного, пока оставлю. Пороха, правда, целую кучу у меня просто. Огромное количество. Давай это сохраним. Гранаты пусть будут. А что значит этот значок рядом с предметом? А, это которые предметы можно выбросить. Да, и они больше не понадобятся. Все, я понял, спасибо. Может, надо поменьше сохраняться? Не так уж и сложно здесь играть, чтобы настолько часто сохраняться. Я, кстати, был удивлен, то, что здесь нету больше этих лент. Потому что не нужно их собирать, больше с собой таскать. Что у нас тут? Где у нас тупик? Записка электрика. Общественные генераторы, предоставленные гильдии электриков Raccoon City. Отключение света продолжается. Гильдия решила на временной основе расставить в городе несколько электрогенераторов. Их может использовать любой. Но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит или в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. А-а-а. Я понял вас. Ты как? Никак. Один из бойцов, да? Предсмертная записка UBC. 28 сентября. Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думал, что знаю, что такое ад. Полагаю, что не сломаюсь. Чтобы мне не пришлось пережить. Но эта работа, она должна быть легкой. Быстрые деньги, я это заслужил. Все произошло внезапно. В нашем... В взводе было 30 ребят, у каждого не винтовка, а произведение искусства, но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо и знаю, что дальше будет хуже, если это только начало. Зовите меня трусом, плевать, другого выхода нет, лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. Он решил вообще застрелиться. О, блядь. Теперь я понял, зачем мне эти электрогенераторы нужны. Они мне сейчас очень хорошо понадобились. Обрегает, когда вот так над духом у тебя кто-то орёт. Сожрать меня хочешь, мацы, я рядом. А, не достанешь ведь, не можешь. Здесь в машине никакого трупа не сидит, а то мало ли, опять. Вылезут же потом, я знаю. А здесь даже и не видно, фонарика-то нету. Здесь у нас что? Открыто, смотри-ка. Я пока сюда схожу. А, тут все перекрыто. О, ничего себе. Спрятали. Блин. Ты чё там? Иди сюда. Ничего себе вас тут. Должны были все сдохнуть. Кого я не добил... Да, все сдохли. Надо было сразу так делать. И патрон вообще не тратить. Не зря же у меня гранаты есть.
Еще красная травка. У меня уже зеленой нету даже. Сколько здесь красных. Так, факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам в связи с участившимися вспышками эпидемии принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника, затем в комнате управления включить главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Где 4 энергии или главный? Сраный лабиринт с 4 рубильниками. Это что за херня? Это что такое? Это и есть ваша электростанция? И они все это время знали, что... Вот где-где, а вот сейчас точно надо сохраниться. Если даже в таком месте мне дали машинку, чтобы можно было сохраниться, это точно не к добру. И вот это вот питало весь город? Охренеть. У меня даже с собой дробовика сейчас нету. Зеленая трава работает. Начинало казаться, что чат никогда не вернется из обхода. И я засну, когда... я засунул туда голову. Черт возьми, в следующий момент у меня в горле уже извивалось какие-то личинки. Я давился и задыхался над этим маленьким ублюдком. Все было нипочем. Вылезать они не желали. Я шатался во все стороны, а потом увидел ее, зеленую траву. Однажды бабушка сказала мне, что зеленая трава является природным средством от насекомых, поэтому я схватил ее, сунул в рот и проглотил. И вот те раз, эта мелочь внутри меня... Оставаться не захотела, я никогда не был так счастлив от того, что меня стошнило. Я снова вернусь туда, чтобы поискать чада. Но кто-то еще прочитает это, помните. Нужно есть зелень. Так, он мертвый. Я проверил, он мертвый. Офигеть. Надеюсь, меня не это. Внутри меня их нету. Отмычка. Ух ты. Я думал, здесь еще один камень будет. О. Ничем хорошим это точно не закончится. Это уж точно. Где мой дробовик? Ух ты, офигеть. Придется жрать. Теперь ясно, зачем здесь только зеленая трава. Я уже ее сожрал по дурости, да? Я к этим тварям без дробовика не приближусь.
О, здесь что-то есть. А я даже не заметил. Еще 15 патрон. Вот это я понимаю. Блин, до дробовика, правда, долго бежать. Надо было сразу его с собой убрать. Не зря же его дали, не просто так. Я должен был понять, что меня ждет дерьмо. А не просто дерьмо, а дерьмо с личинками. Здесь даже никого нету. Я удивлен. Обычно они здесь есть. Вот оно. Так. Шесть патронов сразу. Все, теперь я готов. Теперь я на все руки мастер. Кто готов? Я готов. Мне бы инвентарь побольше. Вообще бы замечательно было. Какие меня могут трудности ожидать? Да никаких, я забыл зеленую траву взять. Ну ладно, обратно я уже не побегу. Представляешь, вот так вот, я тогда бы не взял дробовик, и пришлось бы вот оббегать все это, возвращаться, это же жопа. Я уже с испугу 7 раз сохранился. А это только вторая серия. А это только вторая серия. О, здесь даже записку мне оставили. Судя, записка под станцией. Ключ от секции высокого напряжения пропал. Замена ожидается только через неделю. На это время старшему сотруднику смены выдана отмычка. Она существует в единственном экземпляре. Терять ее никак нельзя. Поэтому, когда отмычка не используется, она хранится только в футляре. Просим всех сотрудников еще раз убедиться, что вы случайно не забрали ключ. Нашедший просим сдать ключ Кейт в отдел общего делопроизводства. Блин, здесь так неприятно и стрёмно находиться. А, из двух патрон дохнут. А я на них патроны из дробовика трачу, да? И смотри, блядь, ползают тут везде же, а? Так, они тут бесконечные. Я прав? То есть мне время здесь терять нельзя.
О, блядь! Хоть не захватил, засранец ты этакий. Называется дерните сраных 4 рубильника на. И посмотрите, что с вами будет, когда вас сожрут. Потом еще и за главный надо дернуть, когда назад вернешься. Ух, я здесь хоть чуть-чуть себя в безопасности чувствую. Надеюсь, они здесь не полезут. О, записка Чеда. Что здесь произошло? Последние несколько дней творится какая-то непонятная хрень. Эти странные жуки гнездятся из вентиляции. Прет металлический запах, а вчера начался вообще форменный трындец. Нужно к маме в пригород сгонять, узнать, как дела. Но босс требует сначала выключить все рубильники. Черт побери, надо побыстрее закончить и валить отсюда. Ядарена мать! Живот скрутило, аж двигаться больно. На последнем рубильнике... Прибежал здоровенный жучара и сунул мне в глотку толстенную трубку. Я еле ноги унес. Чуть не все заблевал, но как-то сдержался. Блин, больно ты так. Ощущение, будто что-то внутри шевелится. Еле держусь. Как только не заблевал. Блин, больно капец. Чувствую, что сейчас меня разорвет. Хана мне, мама, я тебя люблю. Его все-таки разорвало. Мне здесь стрёмно от того, то, что я... От того, что я не взял с собой зеленую траву, то есть одна единственная ошибка, и я труп. Ух ты, блядь! Ничего себе их тут гнездилось! Я еще ведь слышу! А, то есть они могут кончиться. Они здесь не бесконечные. Нет, не могут кончиться. Ух ты, блядь. Идите вы в жопу, друзья мои. Я офигеваю от того, с какой интенсивностью они на меня прут. Они временами даже кончаются. Ох ты ж, блядь. Но они потом обратно вылезают. Все. Нахрен, действительно, пора выбираться отсюда. В жопу вас, жучары такие.
Мне на вас патрон не хватит. Ведь знают то, что я к концовке иду. Паразита у меня нет. Фух. Okay. All that leaves is the main power switch. Enjoy. Вырубили, называется. Электричество, сами себя погубили. Ой, а здесь ящик был! Вот я молодец. Вот это я умею. И здесь что еще было? Увеличение. Не, ну я просто могу. Я просто умею все проглядеть. Карлос, это Джилл. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. It should be in the subway company's offices. Right. I think I know the building. Really? Way to go, partner. One step ahead. Not your partner. Так, а вот этот открывается? Или это просто так, для красоты? Ладно, меня там ждут неприятности по-любому. Я вам вижу чекпоинт наверху. Зомбей здесь ни хрена нету. Что меня, ой, как не радует. Да ух ты, блядь, твою-то мать, это что за хрен? Ух, я даже не увернулся, он просто мне втащил. Я-то зомбей боялся. А здесь, оказывается, вот это вот существо, оно еще вперед упрыгивать может, да? А, то ни хрена! Тут он меня просто зашел в углу и изнасиловал. Нельзя так поступать с бедной девушкой. Ты бежал меня и убил. Охренеть можно, и как от него уворачиваться? Это тем более легкий уровень сложности. На сложном я бы просто с одного удара отъехал, да? И все равно я уворачиваюсь, ему пофигу. Тут он по дефолту прыгает или нет? Станет меня. Да, надо сейчас поговорить об этом. Давай именно сейчас об этом и поговорим. Здесь он меня не тронет. Мне нужна травка. Патроны для пистолета. Чё у меня там? Сохранился тут. У меня еще столько мест неизученных. О, одно из них. Лечебный спрей, да? Спасибо. Полностью восстанавливать запас здоровья. Хранить. Я так понимаю, это не все. Он сейчас... где-нибудь здесь окажется. Ух ты, сколько вас здесь. Фу, фу, фу. Отстань от меня, чудовище. Он просто видел, раскинул его. Да он все равно меня бьет. Как? Как это проходить?
Он разбегается и втаскивает мне сразу же. Это средний уровень сложности. Идет он в жопу со своим Старсом. Штурмовая винтовка доступна с самого начала. Здоровье становится при критических ранениях. Включено автонаведение. Не надо мне такой упрощенный режим. Давай, я готов постараться. Только мне надо это, спрей достать. Давай-ка я сохранюсь вместе с этим. То есть на лестницу он мне забежать не даст, он мне сразу же втаскивает. Может, прям в самый последний момент как-то надо от него увернуться, а я просто из-за паники делаю это намного раньше. О, идет он в жопу. Броди, походи там, нахуй. Я у меня сейчас чувствую, здесь встретит. Хоть во время меню он меня не трогает. Спасибо. Ой, я добрался хоть до какого-то места. Сразу сохраняемся. Раз это туда добрался, надо сразу сохраниться. Ну-ка, я смогу дойти до магазина? Ладно, мне все равно еще назад возвращаться по тому пути. Я думаю, загляну, успею. Так он меня пока не преследует. О, твою-то мать! О, ничего себе! Так, здесь можно было. В здании, смотрю, он меня не особо трогает. Но он везде появляется на улице так неожиданно. Втаскивает мне и уходит. Как ни в чем не бывало. Лечебный спрей понадобится. Он очень мне как нужен. Здесь нигде зомби нету. Carlos, I'm in the control room. Now what? Nice. Now you gotta plot out a route. Okay, give me a sec. Я надеюсь, мне дадут передохнуть. Спасибо. Мне это нужно. Так, что тут у нас? Подсказочка есть, да? Здесь все завалено. Или как тут? All right, where are we headed? The train has stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program that in? Hey, I'm Super Cop. Consider it done. Чего? Чего? Unable to establish route. Please try again. Да я не собирался еще даже нажимать. А, все, я понял. Более-менее. Что там? Это значит, мне нужен... Это Рестрит, да?
Рестрит 1. Мне нужно на Фа 02. Фа 02. Потом мы едем на Ре. На какую? 03. Оттуда мы едем на Са 02. И Фон 01. Redstone Street to Fox Park. Са 02. И Fox Park 01. Чё, не? А как это? А, у меня здесь хрень какая-то стоит. И дальше у меня хрень стоит, да? Во. Valid route confirmed. Carlos, it's me. I finished inputting the subway route. Jill, you are amazing. Tough as nails, too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway's ready to depart. Теперь бы мне назад вернуться. Как бы мне, да. Сделать бы как-нибудь, да? По-хорошему. Ниху. Так, идите в жопу. Я вас всех обошел. И это замечательно. Это значит что? Значит, сразу идем сохраняться. Да! Теперь мне надо проникнуть в тот магазинчик. Понятно. Ах ты ж, блядь, ничего себе! Постоишь немного, не замерзнешь. Надеюсь, это меня не убьет. Ваша кукла Чарли. Оригинальная кукла Чарли создана по образу основателя Той Анкл, Чарли Макберга. И давно стала символом компании в честь нашего десятилетия. Мы с гордостью представляем трансформированную куклу Чарли. Новый Чарли создан любящими и заботливыми руками наших мастеров. Это превосходный и редкий подарок, выпущенный ограниченным тиражом. Надеемся, что он станет любимым членом вашей... Ебать, продукт повышенной хрупкости. Не ронять и не ударять, а. Опа, ты смотри-ка. А вот это как раз по-любому не надо было. Ой-о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 й
мужик-то? Я опять не вовремя уклонился. Он мне снес уже пол хп, и я уже охренел. Да блять! Хватит меня жрать! За мной идет огромный терминатор. Блядь, мне кранты, я сожрали. Не, я еще живой, ты смотри, бежим, бежим. Здесь что, здесь все перекрыто, да? Здесь же нигде нельзя пройти. Я здесь что-то не нашел еще. Да насрать.
здесь еще что-то есть. Да насрать. Здесь аптека, ничего себе, там аптека есть. Зеленая трава, ну пофигу. Меня все-таки сожрали. Смотри, повалил меня на пол, а? Забрался поудобнее и сожрал. Надо бежать. И отсюда, да, надо начинать. Заново мне идти. Зачем мне это делать? А просто хочу жить. Да, видели, знаем, что это такое. Открывай дверь, бля, открывай. Он уже свою руку замахнул, хотел мне леща отдать. Ты чё так тупишь? Я как бешеный жал на эту кнопку А, чтоб только свалить. Открывай дверь, все. Ух ты как, хедшотом, да, мне? Да ты издеваешься, что ли? Терминатор хренов. Я думал, ты там будешь. Не трогай меня, пожалуйста. Не надо. Мне надо куклу достать. Ничего себе, у меня дым-дырень в плече. Он меня не заразил какой-нибудь спидом? Потом откроем. А, я все, да? Мне надо было только эту штуку достать. О! Он меня подтянул! Сворачивайся, беги! Делай, что хочешь! Самое главное, пощекотать хотел. Не пробежал, не уклонился, отстань! Иди вон, развлекайся! Сзади хороший мужик есть. Да ёп! Что за фигня? Че я не уворачиваюсь? О! Не надо, пожалуйста, я знаю, ты можешь, но не надо. Давай. Ты думаешь, он эту штуку не сломает? Ну, видимо, нет. И назад мне уже, да, больше не вернуться. А здесь где-нибудь ящик есть? Есть. Фух. Я живой. Я даже не знаю, потребуются ли мне еще отмычки. Так. Вроде я все эти камни нашел. Больше там ничего нигде не осталось. Ух ты. Тут за каждый камешек дают эту награду, да? А это что? Ничего себе, я здесь повытаскивал. Волшебные камни, действительно волшебные. А что мне это дает? То, что я приклад к нему этот приделал. Я даже не почитал. А, повышает точность стрельбы. Ничего себе. Ладно, на этом все. В следующей серии пойдем дальше. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.